пожаловать в Москву, добро пожаловать в солнечную, жаркую столицу России, где сегодня МЛБет, первая лига, второй тур и местный футбольный клуб «Родина» нанимает Аланию. Встреча дня и вообще встреча всего этого тура. Стартовый свисток, поехали. Врачивается в окружении четверых, дальше атаку продлевает он до Цахова. Тот слегка оступился на мяч налево, доставил внимание, удар, рикошет и гол 1-0. Но я не готов говорить о том, что оборона сейчас порвалась. Просто так сложились обстоятельства. Удар, на который реагировал Дэвид Сангаре. Мяч попал в ногу Ислама Машукову. Изменил направление движения. И не у дел оказался голкипер хозяев поля. 1-0. Да, была бы, конечно, история тоже для заголовков. Впрочем, сегодня заголовков и подзаголовков в обзоре этого матча будет немало. О, вот еще ничего одна подобная история. 2-0. Ничего, а такое бывает? Артур Галоян забивает гол, сразу нужна здесь помощь медиков, потому что Сангаре отправляет его в нокаут этим выносом. Найдет Заур Танеев, кем закрыть этот момент. Опасно очень, Мальцев 2-1 добивает Михаил Мальцев, но не будет засчитан этот гол, судя по всему, или что, или засчитан все-таки? Защиту, я так понимаю. Ну, побежали к центру поля футболисты Родины. Это означает только одно. Счет становится 2-1. Мы поздравляем Родину с первым забитым мячом на уровне первой лиги. Конечно, отдельно выделяется это матч между Енисеем и Аланией в Грозном. Атака владикавказской команды. Чачиев выкатывает мяч Сосееву. Удар! 3-1. Это точка. Капитанская точка, я бы сказал. Геймсет и матч. Пушка Азамата Сосеева 3-1. И голевая передача. Голевая передача. Алана Чачиева. Вот оно. Большое возвращение. Welcome back, Алан. Ну, а мы поздравляем владикавказскую Аланию с первой победой в новом сезоне МЛБет первой лиги. 3-1.